К новшествам придется привыкнуть и алматинским автолюбителям. Для начала сбавить скорость. С 15 января сразу на трех оживленных магистралях города введут ограничение до 60 километров. Ездить на порядок медленнее нужно будет по улице Саина, проспекту Аль-Фараби и Восточной объездной дороге. Сейчас, напомню, максимально допустимая скорость передвижения там равняется 80 км в час. В полиции уверены, что новый порог позволит снизить смертность на дорогах. С января 2018 года в городе Алматы погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах города Алматы погибает один человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости – один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах. Также полицейские утверждают, что снижение скорости движения до 60 км увеличит время в пути всего на 2 минуты. В поддержку нововведения также приводят опыт БРТ. Ограниченная скорость передвижения авто позволила сократить на этом участке количество ДТП сразу на треть. Кстати, штрафовать на упомянутых участках начнут сразу же, то есть с 15 января.